Продолжаю обзор галерейной деятельности. Я сейчас зайду в галерею и познакомлю вас с некоторыми работами. Ну, по крайней мере, одна довольно странная, которая меня, соответственно, напрягла из-за авторства. Ну, в ней ничего в этой работе такого, кроме грамматических или не знаю каких ошибок, в общем-то, смысловых ошибок, синтаксических нет. То есть просто я писал этот текст, собственно, это какой-то принт на красном фоне, сейчас я покажу. Вот, писал его, видимо, человек не очень грамотный, то есть, ну, не то, что он неграмотный. На своем-то языке это финн. Тиму Мяки, такой знаменитый художник, который прославился очень неприятной вещью для меня. Честно говоря, если меня сейчас к нему кто-то подведет и познакомит, то я даже не знаю, как себя вести просто. Потому что это человек, которого я хотел очень набить морду. Никогда не приводилось с ним познакомиться персонально. Вот, может быть, он здесь есть. Я не знаю, честно говоря. Размышляю. Человек, который в свое время трубил голову котенку, как перформанс. Вот этот человек, он, видимо, сейчас хорошо продается. Я не знаю, такой респектабельный персонаж, стал респектабельным персонажем и делает такие принты на тему социализма почему-то. Я не знаю, почему это его интересует. Есть текст под названием «Жнецы». Сейчас я вам его продемонстрирую. Сейчас я захожу в галерею. Другите имат изложби в останали за 6 пространства. Others have exhibitions at the 6 other locations. Много набързо ще ви ги представя. I'll present them to you very quickly. Както виждате, те са много стану, наверное, перекрикиваю. Попробую не перекрикивать, по крайней мере. Я не знаю, сколько меня слышно сейчас или не слышно, но, в общем, в зале очень много кричат. Вот эта работа, про которую я говорю. Висят тут всякие работки, ничего такого особенного нет. Ну, как я уже и сказал, ничего сверхъестественного нет, кроме участия вот этой гниды, с которой я даже не знаю, вижусь ли или нет. Инсталляция из банок какая-то, еще какое-то всякое говно. То есть, честно говоря, у меня все это очень сильно испортило настроение. Настолько сильно, что я просто или брошусь на этого человека, или уйду просто-напросто. Потому что данный поступок я совершенно не одобряю. Не просто не одобряю, мне кажется, что это преступно абсолютно убивать животных ради какого-то так называемого искусства. Если кто-то вспомнит мой фильм «Самые большие кифты в мире» и скажет, а вот у тебя был такой там тоже момент, когда убивали поросенка. Я хочу заметить, что вовсе не я его убивал, конечно же, да, это было все-таки... Была документальная съемка того, как это происходит на самом деле. Поэтому это ничего общего не имеет, разумеется, с поступком данного человека. У него там еще какие-то рисунки, где он с серпами и молотами, то есть такой брутальный, блядь, революционер. Это мне вот категорически не нравится. Ну и тут всякая хуйня, певицы какие-то, какое-то говно всякое. Вот они там все машут. Полно всяких говна.
художников. Мне после этого участия мне категорически расхотелось здесь присутствовать и не знаю, как себя вести. Я не знаю этого черта в лицо. Может быть, на следующих вернисажах я специально посмотрю, как же он выглядит, и уж тогда решу, как быть. В общем, сейчас я отсюда ухожу в полной злости. На самом деле, а что я столкнулся с таким явлением? А вот и пиво. Thank you.